Боулинг, наверное, стоит назвать одним из системообразующих видов спорта для битвы корпораций, так как в боулинге команды, компании, коллектив максимально чувствует себя расслабленно. Наверное, это один из тех видов спорта, который, наверное, ввиду своей какой-то специфики темного помещения и нахождения рядом бара, все-таки успокаивает команды, настраивает их на положительный лад какой-то. И действительно команды чувствуют себя максимально удобно и комфортно. Боулинг – прекрасный вид спорта, он вообще доступен всем. И все... любой. Тут самое важное, что любой может выбить хороший результат. Любой. И также же чемпионы могут вообще пролететь. Потому что, как повезет. Это тут как в игре в любой. Боулинг вообще непредсказуем. Вот именно на битве корпорации принимаю уже третий год подряд. И, мне нравится этот вид спорта. Не скажу, что занимаюсь профессионально, но просто нравится эта игра. Были достаточно серьезные баталии у нас и в полуфиналах, и в финалах, но уже с отборочного этапа этого года стало понятно, что уровень спортсменов из каждой компании вырос многократно. У нас было 3 отборочных этапа, и стоит сказать, что из 23 команд, действительно понравились, наверное, 20. В первой игре заработал 148 очков. У нас команда большая, поэтому мы пропускаем некоторые, то есть по очереди играем. Надеюсь сыграть в финале. Команда хорошего уровня. Сейчас посмотрите, сейчас увидите. Конкуренция жесткая, мы до последнего дуэля пройдем. Интереснее намного становится, конечно. Интереснее играть более сильно? Конечно, интереснее. Если сравнивать с первыми этапами, то и второй, и третий идет по нарастающей. На самом деле, очень много ребят, которые, заметно, что действительно хорошо играют. И, скажу свою маленькую любовь к профессионалам любого вида спорта. И действительно, даже смотреть, наблюдать за ребятами было круто. Этап боулинга, он действительно решающий во многом и для многих команд, так как если за первое место борьба идет между командами «Водоканал» и «Адидас», то за третье место и на третье место претендуют порядка 10 команд. Поэтому есть шансы на успех даже у команды, которая занимает 12-13 место. И до самого конца, до самых финальных матчей мы не понимаем, кто все-таки займет третье место и получит бронзовую медаль. Атмосфера, люди, новые знакомства. Это очень полезно, тем более связано со спортом. Это все-таки здоровье. Желаю всем здоровья.
идет в ногу со спортом, и у нас очень много спортивных ребят, и, наверное, это единство наших команд, потому что у нас действительно одна большая Ади-семья. Знаете, я вам могу сказать, насильно бы никто сюда не отошел. Я думаю, это все делается для позитива, для людей, для настроения в первую очередь. Ну и немножечко свою корпорацию как бы прорекламировать, продвинуть, это тоже немаловажно. Сегодня мы финализируем осенний кубок, выделим все лучшие команды, всех лучших спортсменов. И уже после Нового года, в феврале месяце, после всех периодов отпусков и праздников, мы снова ждем команды и стартуем уже весенний этап битвы корпораций.